Для близнецов сейчас период интересный, потому что это поездки, это возможности дорог, это предложения издалека, но не все эти предложения сбудутся, потому что вдали от дома будет хоть и интересно, но трудно. Вам придется отбивать свои интересы, буквально спорить за себя, за свои дела. И у близнецов это может быть затратный период, особенно, ну, скажем так, в конце февраля, особенно этот период коснется мая, и это первая декада мая, поэтому очень внимательно отнеситесь к своим финансовым делам. Да, и также это конец года. Вот в конце года нужно быть очень осторожными с дорогами и не вкладываться ни во что. Последние недели. Вот. Но плюс ко всему у близнецов время, когда возможно пополнение в семье, творческие успехи во второй половине года, особенно в осеннее время. Творческие успехи, новые проекты, любовь, поддержка детей, это реализация личных планов, семейное счастье. То есть вот год такой интересный. Но надо полагаться в первую очередь на партнеров. В одиночестве ничего не получится. Удачи будут только благодаря семье и успешным партнерам. А что делать тем, у кого нет партнеров и семьи? Ну, вот одинокий человек пока еще в поиске. Вы знаете, но в любом случае появится возможность. Mm-hmm. Даже если это одинокий человек. Близнецы, как правило, стремятся чему-то учиться. И у них это хорошо получается. Правда, они часто хватают плохое быстрее, чем хорошее. И, в общем-то, в этом году для этого тоже будут шансы, поэтому нужно последить за детьми. В дорогах могут быть увлечения, могут быть обольщения, обман, авантюры. И это касается февраля, это касается марта. Вот, поэтому внимательно к здоровью.